Всем привет, с вами Джон Кобра, и сегодня мы поиграем в игру под названием Naval Warfare. В сегодняшнем ролике мы будем разбивать японцев в этой игре. Сегодня мы побываем в различных ролях, от капитана до рядового солдата и пилота. Надеюсь, что этот ролик вам понравится, и вы оцените его лайком. Конечно же, если этот ролик вам понравится и вы пожелаете, чтобы я для вас записал продолжение, я его, конечно же, запишу. А, конечно же, еще не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете прямо сейчас. Поставите этот ролик на паузу и подпишитесь на мой канал. Конечно же, если ты подписан на мой канал или прямо сейчас подписался, тебе огромный респект. Мне очень приятно, когда вы подписываетесь на мой канал, ставите лайки и пишите приятные комментарии. Ну что, не будем тянуть время, начинаем. Конечно, мы, как обычно, нагибаем этих японцев. Первый раунд точно за нами. Мы вплотную приблизились к их базе и расстреливаем ее с нашего главного корабля. И у японцев нет ни единого шанса на то, чтобы затащить. У них осталось всего лишь 2000 хп, уже 1000 и все. И можно так сказать, японцев можно списать с счетов. Все. Первый раунд за нами, но это только первый раунд. У нас еще намечается один бой. Как говорят, выиграл битву, но не выиграл войну. Так, у нас здесь даже диверсанты пробрались на наш корабль. Я видел, что их было два. Там. Ой, здесь же новый корабль. Ну ладно. Короче, допустим, мы победили. Все. И теперь мы будем пытаться стать капитаном какого-нибудь прям крутого корабля. Давайте станем капитаном Дестройера. Да, мы спалимся первые на этом корабле. И теперь на этот корабль в надежных руках. И прямо сейчас мы пойдем нагибать. Оу, надеюсь, что тот человек выжил. Да, выжил. Видели, как он заспалился? Он прям упал. Давайте подождем, пока он займет свою позицию и поплывем дальше. Я что-то не совсем понимаю. Где все люди? Нам нужна команда. Я что, один буду сражаться? Я не понимаю. Я не хочу сражаться один. Эй! Да. Видно, сегодня мы будем управлять линкором в соло. Да. Ладно, надеюсь, что у нас все получится. Хотя, смотря на эти противовоздушные печенюшки, которые оставляют желать лучшего. Ладно, давайте как-нибудь их красиво поставим, что ли. Хотя красота не имеет здесь никакого значения. Надеюсь, что это была наша ракета. Да, это была наша ракета. Ну, конечно же, острова надо брать. Мы, конечно, можем пойти по супер-пупер нагибаторской тактике и сразу затащить. Но это будет неинтересно. Хотя, нет, контент на этом канале. И вообще, все ролики должны быть интересны, чтобы вы могли их смотреть. Ну и, конечно же, недолгие. Ну да, мой канал, конечно, этим не блещет. Ладно, 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 все, у тебя хороший канал, все окей. Так, теперь плывем на точку Б. Мы должны ее захватить, приватизировать. Ну, не на точку, на остров, да, конечно же. Остров, не точка. Ну, как бы... Короче, просто база, авиабаза. Какой-то прикольный остров. Нам. Кстати, наши уже берут второй остров, пока мы тут плывем со скоростью черепахи. Наши уже захватывают второй остров. Конечно, да, мы не самолеты, мы огромные жирные линкоры. Но зато наши орудия снимают больше, чем все бомбы самолетов меньше всех вместе взятые. Вообще самолеты это очень такая большая сила. Те, у которых много самолетов, побеждают. И это факт. Хорошо, что прямо сейчас над нами целая эскадрилья самолетов, и они будут нас защищать. Я, конечно, надеюсь, что они смогут это сделать. Авианосец плывет сразу за нами. Мы должны будем его защитить в случае какой-нибудь фигни. Что он пишет?
Это... Вы можете мне его не сказать? Он мне точно что-то писал. Он писал Клак. Да. Мне просто показалось, что он писал что-то более полезное. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Хоть что-то. Интересно, будем ли мы швартоваться к этому острову? Стоит ли оно того? Да нет, наверное. Конечно, мы можем к себе приманить больше людей на корабль. Ну ладно. Мы играем в соло, у нас линкор в соло, можно так прямо ролик называть. Но это было бы очень странным названием. Как-никак, целый флот не может состоять из одного человека. А я вижу там подлодки нам. Как бы эти подлодки нас не штурманули. Так, 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 так. Подлодка ушла на дно, и сейчас она будет, наверное, нас нагибать. Кораблик, кораблик, ты куда плывешь? Ты куда плывешь? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Это что, их бэтлшип? Да, это реально. Это их бэтлшип, все. Считайте, они остались без бэтлшипа. Вот так. Бан, все. Мы... Кстати, вот этот человек, он реально хороший игрок. Прямо сейчас мы подбили подлодку. Да. Стой, стой, пушка, пушка. А, так, бабах, все. Только вылезла подводка. Ой, подводная лодка. Мы же в войсках. Мы должны говорить все правильно. Подводная лодка пошла на дно. Ой, самолеты японские. Ой, они сейчас нам будут мешать. Ой, сейчас они будут нагибать наш корабль. Ой, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. А вот эта вот фигня, она вообще не способна даже сбить самолет. Так, там, конечно, творится какая-то жесть, но нам в первую очередь надо защитить наш авианосец. Потому что сейчас будет реально дуэль авианосцев. Но мы, конечно, этого допустить не можем, чтобы была какая-то дуэль. Мы, конечно же, прикрываем наш авианосец, несмотря на то, что его там жестоко нагибают всякие самолетчики. Мы уже полностью видим авианосец, и сейчас от него останется один хлам. Таран-таран-таран. Так, стреляем в этот авианосец, и через несколько ударов от него ничего не останется. Они, конечно, в нас пытаются выстрелить. Стреляют, конечно, они хорошо. Особенно бомбочки сбрасывают, они знатные. Но, блин, это им ничем не помогло. Секунда другая, и все. И от авианосца ничего не остается, и он просто уходит на дно. Удачи вам, пацаны. Сколько у вас там было? Человек 6, да. А нас тут было только 3. Так, теперь здесь вроде другой человек сидит. С Нигом Гамимоги. Это чем-то походит на гамимоды из Майнкрафта. Так. У нас 8000 хп, это, конечно, нам, надеюсь, хватит, чтобы доплыть до их базы. Что тут у нас по подлодкам? Давайте включим наш радар и посмотрим. Пиу-пиу-пиу. Вроде подлодок нет на нашем горизонте, да? Так, переходим в другой сектор. И это уже последний сектор, да? Последний. А нет, все, нет подлодок, все. А только одна вон там уже стоит и готовится к отплытию. Но мы ей не позволим этой подлодочке. Сейчас ее обстреляем. Давайте быстро попытаемся сбить этот самолет. Конечно, у нас ничего не выйдет, ничего. А нет, получилось. Круто, круто, круто. Сегодня нам везет. Давайте просто расстреливаем их базу, расстреливаем их корабли. Конечно, нельзя, чтобы их подлодочки уплыли. Ой, какой-то чел заспанил тут бэтлшип. Ой, сейчас мы будем отхватывать. Но ничего, ничего. Мы в первую очередь начинаем нагибать их базу. Именно их базу. Давайте. Короче, мы уже просто будем стрелять по их базе. Мы даже не будем, так скажем, обращать внимание на всех, кто стреляет по нам. Мы просто добрались до их базы. И сейчас наша цель просто ее уничтожить, чтобы они больше не спавнились. Боже, это кто? Это видно местные аборигены. Блин, он пытается поставить свой корабль так, чтобы мы его не обстреливали в базу. Но у них ничего не получается.
у их, так скажем, базы остается ХП меньше, чем у нашего самолета. Ой, нашего корабля, ой, извините меня. Вот это у нас, конечно, огромный просто плавучий самолет, скажи. Все, последний выстрел, да. Все, быстро-быстро десантируемся на их аэропорт. Ой. Ой, я, видно, переиграл во всяких флай-симуляторы. У меня уже везде самолеты мерещатся и аэропорты. Ох. Вы меня, конечно, извините, но я реально все, я уже какой-то аэропорт просто. Все цело и цело. И мы побеждаем, да, круто. Мы топеры, мы побеждаем. Просто нагибаем всех и вся. Давайте заспавнимся на авианосы и просто побудем рядовым пилотом, да. Мы в этом ролике уже были и капитанами, и кем мы только не были, и стрелками, и зенитчиками. Но мы не были пилотами, как так? Как мы не были пилотами? Мы должны потопить Ямато сегодня, точно, я вам говорю. Ну давай, взлетай, 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 взлетай. Так, давайте заспалним наш бомбер. И полетим. Летим нагибать еще очередной остров. Так. Надеюсь, что нам хватит топлива, чтобы долететь. Мы в этот раз будем такой силой, которая не даст вражеским японским самолетам подобраться к нашим кораблям. Да, мне, конечно, жалко, что мало людей спалнят свои корабли и плывут на них. Кто это там по мне стреляет? Она там на высоте летит. Давайте прям возьмем и так просто опустимся до воды. Конечно, это глупо. Да, реально. Зачем это надо? Зачем? Зачем мы так делаем? Зачем мы так рискуем своим самолетом? Лучше же лететь на большой высоте. Ну ладно, все. Меньше слов, больше дел. Давайте захватим этот остров. Мы такие герои-одиночка, просто летим, никого не боимся. Понятное дело, против нас будет целый линкор, но ничего, мы справимся. Мы не таких побеждали. Все. Садимся и начинаем захватывать. А захватывать мы не одни будем. Все же к нам пришел один какой-то человек, и сейчас вместе с ним мы захватим. О, ё-моё, ё-моё. Давайте быстро захватываем. Быстро-быстро, ай-яй-яй. Захватываем, захватываем. Он сейчас будет высаживаться, да? Высаживаться будет. О, вот это я понимаю, нагибатор просто. Взлетел за несколько секунд и просто уничтожил. Ну ладно, все, мы захватили базу. Целую базу, да, вместе. И теперь летим захватывать. А, зачем захватывать? Мы летим нагибать целый корабль. Давайте, последние секунды жизни нашего самолета. Мне кажется, что долететь нам будет довольно тяжко. Но мы справимся, да. Мы будем маневрировать, сколько этого можно. Жмяк, жмяк, жмяк. Все. Мы снесли чуть-чуть ХП этому кораблю. Но это тоже большое достижение. Да. Вот такой вот у нас получился ролик по игре Naval Warfare. Надеюсь, что этот ролик вам понравился, и вы оцените его лайком, конечно же. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Если ты уже подписан на мой канал, тебе респектос, что смотришь мои ролики. Всем спасибо за просмотр, с вами был Джон Кобра.